Всем привет! Быстрый обзор покупок с фикс-прайса. Мы забежали ненадолго и в итоге купили очень много. Первая покупка — это вот такое ружье помповое. Сын схватил, сказал, я очень его хочу. Оттяни, выстрели, вставь снаряд. В общем, сын откроет, покажет, как он работает. Вторая покупка. Я купила вот такой планшет. Игрушка-планшет для рисования. Это в подарок ребенку. Туда же на подарок пойдут вот такие фломастеры, смываемые эмоции. Яркая упаковка. Фломастеры смываемые в тубусе эмоций 12 штук. Сделаны в КНР Китае. Вот такая позитивная коробочка. Я думаю, удобно будет хранить в ней. Еще одна игрушка. Такая мистическая копилка. Вот такая страшненькая. Ха-ха-ха-ха. Кидать монетки. Сейчас откроем, тоже посмотрим, какая она. Не могла пройти мимо конфеток. Мои любимые кокосовые конфеты, они у нас улетают на ура. Ну, по крайней мере, я их очень быстро съедаю. И еще вот такая игрушка, это динозавр, должен светиться. Фларкс, светильник-ночник с светодиодной батарейки в комплекте. Вот здесь видно, вытягиваешь, и он должен светиться. И вот такой он светящийся, он не мягкий, это пластик. Выключается, так? А мне нравится этот светильник. Ну вот, дочке очень понравился. Все, держи. Также купила такой клей ПВА-М от компании Луч. Это мне посоветовали в детском саду, сказали, что очень неплохой клей. Еще посоветовали от этой же компании пластилин и краски. Продолжение покупок. Я была еще раз в фикс-прайсе и докупила еще кое-что. Купила еще один светильник, потому что дочке понравился этот светильник, пришлось купить новый. То есть вот дочкин, вот новый. Вот так светится, этот тоже я проверила, он тоже работает. Далее еще на подарок купила вот такой домик, светильник. Я его не открывала, к сожалению, не могу показать, как он будет светиться в реальности. Ну вот как он на картинке, думаю, ничем не отличается. На батарейках батарейки не входят, нужны батарейки пальчиковые, две штуки. Не стала распаковывать, все-таки здесь в пленке. А так я все, что купила, проверила батарейками, работает или нет. Кстати, купила вот такие недорогие батарейки в фикс-прайсе. Их хватает ненадолго. Но чтобы проверить вот в самом фикс-прайсе, работает или не работает оборудование, вот специально купила. Дальше очень крутая лампа, тоже в подарок. Смотрите, какая она стильная. Очень прикольная. К ней тоже не шли батарейки в комплекте, поэтому вот тоже купила. Три штуки мизинчиковые батарейки нужны. И вот так она горит круто. Домой или на подарок очень круто. Вот такая звезда. Вот так горит она. Выглядит очень круто. Покажу вам, как работает копилка. Батарейки тоже не шли в комплекте. Здесь нужны две пальчиковые батарейки. Вот. Как же она работает? Вставляется монетка. Здесь у нас два контакта, которые срабатывают, когда вставишь монетку. И выходит вот такая рука. Опа! Мне кажется, очень круто. Детей это очень увлекает. Смотрите. Опа. И нет монетки. И вот они там хранятся. Открыть можно здесь. И отсюда монетки достаются. Вот такая штука. Еще раз вам покажу. Увлекательное занятие. В общем, вот такая копилочка. Надеюсь, мой обзор был полезен. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. И всем пока!